Крымская весна собрал сотни тюменцев. К собравшимся обратились и общественные деятели, и военнослужащие, политики, и первые лица региона, в том числе и губернатор Тюменской области Александр Мор. Всего 9 лет прошло, а сколько сделано в Крыму за это время? На полуострове практически решены проблемы дефицита воды и электроэнергии. Преодолена транспортная блокада, а главное, построен уникальный мост, который связал полуостров с материковой частью России. И сделан он при непосредственном участии тюменских мостостроителей. Некоторые пришли сюда целыми семьями, с детьми. Хочу сказать, что чувствуется по-настоящему праздничная и торжественная атмосфера и единение всего народа. Все началось с гимна Российской Федерации, который тюменцы исполнили все вместе. Также на сцене выступали тюменские артисты, это хореографические и вокальные ансамбли. Со сцены звучали песни о мире, дружбе, добре и, конечно же, любви к родине. Хочу заметить, что Крымская весна действительно нашла отклик в сердцах тюменцев, и все они полны положительных эмоций. Это такое событие, которое не может не волновать никого в России. Поэтому 9 лет назад все-таки стало Крым нашим, российским, вновь вернулся в наши края. Мы сами-то крымские, мы жили в Крыму. Для нас это знаковое событие. Для нас это, да, потому что 14-й год мы в это время уже были в Сургуте, строили. Поэтому мы рады этому событию, поэтому да. Мы здесь. Но я добавлю, что подобные мероприятия, посвященные воссоединению Крыма и России, проходят сегодня и будут проходить в ближайшие дни по всей стране. На площадках пройдут различные патриотические акции и праздничные концерты. Дарина Халина, Евгений Проскуряков, Тюменская служба новостей.